Привет, друзья! Ну, я вот решил записать видео о моем инструменте, который у меня сейчас выставлен на продажу. Вот, это инструмент из Китая. Мне его, в общем-то, тут привезли для пополнения моей коллекции. Но как бы у меня еще несколько есть инструментов подобного рода, и как бы я в нем не увидел особой нужды. Хотя инструмент, в общем-то, интересный, хороший. Вот он в этой коробочке прекрасный. Вот, я его сейчас на ваших глазах открою. Вот он тут лежит. Сейчас я его даже соберу и немножечко вам на нем поиграю, как меня и просили в этих моих, так сказать, авитовских роликах. Вот я его собрал. Вот. Ну, тут, кстати, надо о комплектности сказать. Значит, вот входит еще коробочка, и там вот есть еще в специальных пакетиках, вот они вот тут вот, такие штучки для заклеивания. Тут дело в том, что можно некоторые отверстия заклеивать, и они будут немножко по-другому звучать. Ну, я вот одно тут заклеил. Я, в принципе, изолентой просто, чтобы не тратить те фирменные, как бы, заклеечки родные. Они из какого-то папируса очень такого специфического сделаны. Вот, чтобы это дело не тратить. Я заклеил обычной нашей советской изолентой. И прекрасно работает, все замечательно функционирует. Ну, а звучит она вот примерно так. Я как бы на ней чуть-чуть поиграл и понял, как она работает. Вот это примерно мелодия та, что ближе к китайской эстетике, скажем так. Ну, а так для примера можно еще поиграть, скажем, какую-нибудь такую веселенькую. Например, вот мне на ум сразу пришла Янки Дудл, такая была замечательная американская, кстати, народная мелодия. Она звучать будет примерно так. Как-то так оно будет звучать. Вот такой инструмент этнический. Строй Г у нее, кстати, она в гейном строе. То есть нижняя нота дает, нижнюю, вернее, если все закрыть, то нота соль звучит. Вот. Чистенькая, стройная, хороший инструмент. В общем-то, за недорого я ее отдаю. Так что, кому интересно, берите для различных экзотических этнопрограмм. Да, любую музыку на ней можно. Даже руссконародные какие-нибудь. Вот, для примера моего. Пожалуйста, он светит месяц. Прекрасно звучит. Так что рекомендую.